Всем привет! Сегодня мы рассмотрим крупным планом новинку 2018 года, альбом группы Power Wolf The Sacrament of Sin – Таинство греха, вышедший 20 июля на лейбле Napalm Records. У меня в руках делюксовое трехдисковое издание, которое мы сейчас будем весьма тщательно смотреть. Как видите, здесь мы видим роскошную твердую коробку, выполненную из весьма плотного картона. Первое, что мне попадает в руки, это флаг. Вот с него мы и начнем просмотр. Как вы видите, флаг очень большой. На нем изображена центральная картина. Такой волчара-кукловод, который управляет как дьяволом, так и священником. Называется «Еле-еле помещается у меня на столе». Следующее. Хлопковая сумка Power Wolf наплечная. То есть, видите, очень удобно ее взять с собой на концерт, на автограф-сессию, meet and greet, куда очень удобно положить диски, ну или буклеты. Так, стикер. Подтверждение подлинности издания. 330 экземпляр. 5 фотокарточек. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Карточки. Естественно, с подлинными автографами команды. Роскошный yearbook. А размер этого издания 28 на 28 сантиметров. И yearbook содержит 80 страниц текста и фотографий. Давайте немножко его полистаем. Три диска. Оригинальный альбом. Альбом кавер-версий. И симфоническая версия. Альбом кавер-версий и симфоническая версия снабжены дополнительным бонус-треком, исключительным для этого издания. Качество полиграфии бумаги на высочайшем уровне. Здесь мы видим волков с флагами. И что примечательно, в туре 2018 года используется именно это изображение. Для демонов самые лучшие друзья – это девушки. Волки играют в шахматы.
и управляют судьбами людей. Волк – кузнец, кующий какой-то крест. Большая фотография команды. Опять монашки. Фотосессии. Не знаю, как вам, а мне данная картина напоминает кадры из фильма «Зловещие мертвецы». Только волк поднимается из гроба, а не лезет из погреба. Волк выступает в роли искусителя и предлагает Еве яблоко. Змея в негодовании. Чувствуется, что ребята поработали с дизайнером, и деньги были заплачены абсолютно не зря. Получилось просто феерическое зрелище. Человек попал в песочные часы времени. Разгневанный волк. Так и название. Fist by fist. Кулак кулаку. Команда. Вот вам опять змея и яблоко. Фотографии. Каждый член группы фотографируется с нечто средним между Мадонной и Пинхедом. Причем она их посвящает членов группы, похоже, в рыцарей. Видим название второго диска. Комьюни Лупорум. Здесь пародируется Тайная вечеря. И вместе с Пауэрвульфом сидят ребята из других команд, которые пришли исполнить каверы на творчество группы Powerwolf. Это Эпика, это Saltate Mortis, Caliban, Battle Beast, Heaven Shall Burn, Кадавар, Kissing Dynamite, Амили Петроца и Марк Гордс, это креатор, Амаранте и Элювети. Третий диск – это симфоническая версия, Symphony of Sin, симфония греха.
Хочу вам сказать, что я прослушал все три диска. Еще бы. Их просто нельзя не прослушать. И мне оркестровая версия очень-очень понравилась. Оригинальный альбом великолепен. Провальных вещей нету. У каверов есть каверы, которые обычные, есть каверы, которые шикарные. Наверное, хотелось бы выразить, отдельно выделить кавер у креатора и кавер у Эльвети. Так, вот видите, здесь на коробке дублируется. Какие диски здесь имеются? Ну, естественно, наше делюксовое издание не было бы полным, если бы тут не было бы два винила. Это у нас винил, посвященный оригинальной версии. Диску The Sacrament of Sin. Имеем разворачивающийся конверт. Вот так вот. Вы понимаете, издание настолько замечательное, что оно интересно даже кошаку. Внутри. А внутри у нас здесь замечательный большой постер. Сейчас мы его покажем вам. Вот такой вот постер. Издание настолько великолепное, что на то, чтобы раскладывать все ништяки, банально не хватает даже такого стола. Так вот. Чуть-чуть перемещу. Вот так вот. И рыбок сюда. Естественно, здесь мы видим тексты песен и посмотрим на цвет винила. А винил у нас здесь красного мраморного цвета. Red Marble. Так, это у нас винил с каверами. В данном случае конверт у нас обычный, не разворачивающийся. Что в нем внутри? В нем внутри мы видим также команды, которые исполняли кавер-версии. Знакомое изображение, которое мы видим на нашей хлопковой сумке. И, соответственно, идея проекта. Естественно, винил здесь тоже
должен быть необычный. Абсолютно верно. Винил у нас цвета голубой мрамор или синий мрамор. Как видите, издание настолько великолепное, что является своего рода произведением искусства, как и сам альбом. Ну что же, издание шикарное. И его надо не то что слушать, его надо слушать, слушать и еще раз слушать, а после этого переслушивать. На разных носителях, в разных версиях, в разных обстановках, но лучше, естественно, дома. А на этом все. С вами был Голливудин Александр. Слушайте музыку на качественных носителях. Всем пока!